Куда покачать? Чего ты придержи? Куда она засыхает? Засыхает, да. Не трогай, не пунь. Нет, закрыла крылышки, она вылупилась, бабочка. А вот это чё? Ну это кокон у нее остался. Вот какая вылупилась красавица. Надо ее покормить. Она крылышки не раскрывает. Вот какая красавица у нас вылупилась. Не надо, не трогай. Смотри, какие красивые крылья у нее. Как называется эта бабочка? Крапивница. Разве это крапивница? Это бабний глаз. Нет, бабний глаз он больше. У нее такой же рисунок, только она побольше, там побольше черного цвета и бордового. Ой, забирается. Иди ко мне. Не бойся, я тебя не обижу. Она все трясется. Почему? Может, она голодная? Надо ее как-то покормить. Давай покормим. Значит, это надо ее на поле пойти выпустить. Да? Нет. Я чувствую, как она трясется. После ночи как-то температура дневная. Ищет бабочку. Куда бабочка спряталась? Ну, посмотри, Бэй. Вот это не твоя бабочка сидит? Нет. А вон там, смотри, кто там прятался. Вон там твоя бабочка сидит. Вон там. Вон там с точками. Твоя? Да. Тихонечко. Ручки тоже сидят. Крылышки почему-то, да, не расправила. Ой, расправила. Расправила? Ой. Не надо, она, видишь, на тебя опять не хочет. Хочет Белли на ручки. Да, на тебя села. Но соедешь сейчас. Да не дергайся. Осторожно. Интересно. Она ходит ко мне. Ходит. Она на цветочек села. А, мое кольцо. Так приятно, дай кольцо. Ручная, да, стала? У нее спинка волосов. Она, у нее хоботок расправился. Она кушать стала только. Ой, она расправила хоботок.